Всем щербет, дорогие друзья! 4 года прошло с момента выхода в свет JBL Flip 5. То есть она вышла в летом 2019 года, сейчас лето 2023. И мы будем разбираться сегодня, насколько она актуальна на сегодняшний день, потому что есть уже более навороченная флипка 6, где не только один широкополосный динамик, уже есть твиттер, плюс ей можно подстроить звучание через эквалайзер, войдя в приложение. Здесь мы не можем подстроить эквалайзер, насколько я понимаю. Может быть и можем, но я не смог это сделать, потому что, зайдя в программу, у меня колонку почему-то не подключает. Я что там не пробовал, перезагрузить телефон, перезагрузить колонку. Но в любом случае, почему-то приложение JBL не хочет работать с колонкой JBL. И выдает вот такую вот ерунду. Ну да ладно. Она и так играет, играет неплохо, забегая наперед скажу. Сейчас смотрите, уже появились на рынке, помимо JBL Flip 6, еще вот эти всякие Essential, Essential 2. То есть Essential 1, это, я так понимаю, переработанная флипка 4, потому что там 2 стоит динамика круглых, не так как в 5, один овальный и большего размера. Essential 2 это что-то типа флипки 5, потому что там уже стоит тоже овальный вот динамик. Но будем говорить сегодня про обычную пятую флипку, которая поставляется вот в такой вот коробочке. И интересно, что помимо там инструкции, прочей макулатуры, зарядного шнурка, облачок в комплекте не идет, есть вот такой пенопластовый прикольный кейс, собственно, в котором колоночка так прикольно лежит. И он, если вы куда-нибудь там вдруг боитесь ее покоцать, хотя она сама, да, такая противоударная, водонепроницаемая, можете носить ее в этом кейсе, но вы должны понимать, что тогда объем ваш увеличивается минимум в 2 раза где-то, но в целом он прикольный, мне нравится. По характеристикам я вам выведу на экран, сейчас буду сам немножечко подсматривать смартфон. Мощность, которую заявляет производитель, это 20 Вт, ну где-то примерно так оно, наверное, и есть, однако нужно понимать, что, друзья, JBL поступает следующим образом, где-то 50-60% у вас колоночка играет нормально, воспроизводя все частотный, весь частотный диапазон, спектр, да. Если вы делаете ее громче, у вас происходит следующая история. Повышаются высокие и средние частоты, то есть колонка начинает орать. При этом низкие либо остаются на таком же уровне в лучшем случае, либо они вообще практически исчезают. Производитель в угоду громкости жертвует качеством звучания. Вы должны понимать, что 50-60% это максимум, то, что она выдает, вот соответствуя всему частотному диапазону, как оно должно быть. Выше уже начинает картинка разваливаться, она начинает орать на высоких, средних частотах. Время воспроизведения 12 часов. Я ее вчера испытал. На громкости где-то 60% она у меня проиграла 5,5 часов. Я ожидал немножко больше, но в целом это хороший результат, учитывая то, что колонка достаточно громкая, вот комната 3x3, она прям просто вопросов нет. Если это не дискотека с кучей людей, которые галдят, что-то там бегают, танцуют на столе, ее хватает просто за глаза. Конечно, если это природа, открытый воздух какой-нибудь, куда звук уходит в разные стороны, ну, может быть, захочется поднять до 70-80%, и тогда она проиграет часа, наверное, 3,5, может быть, 4. Но в целом, учитывая ее размеры, друзья, это неплохой показатель по автономности. Емкость аккумулятора заявлена 4800 мАч, но эти цифры не настолько важны, если я вам уже конкретно привел пример, сколько она будет у вас звучать. Есть водозащита IPX7, кажется, если я не ошибаюсь. Да, нашел IPX7 водозащита, это значит, что ее можно погружать под воду до 1 метра и держать там около 40 минут. Но, ребят, ну зачем топить ваши колонки, если вы разве что не какой-нибудь Паша С, который снимает это все на камеру, или блогер специально их испытывает, ну максимум дождик, там мокрые грязные руки, это понятное дело. Ну может она там случайно упала, но хотя мне тяжело представить, почему колонка должна падать в какую-то лужу. Но в целом с водозащитой здесь все окей. Как и с качеством сборки, колоночка собрана просто монолитно, сетка приклеена к основанию, она не елозит, есть еще такой старый маленький у нас логотипчик, по бокам установлено 2 пассивных радиатора, колонка герметична, потому что мы, нажимая на один пассивный радиатор, видим, как движется второй. USB Type-C у нас
не заглушен никакими заглушками, значит, он водонепроницаемый. Из органов управления есть play, есть плюс-минус громкость переключения треков, и есть вот это вот Party Boost, кажется, это называется у JBL, когда вы можете, да, Party Boost, соединить несколько колонок в одну. Причем в случае серии Essential это не работает, это типа урезанная, кастрированная серия. Пятую флипку с шестой вы можете соединить. Вы можете соединить флипку с чарджем или с любой другой колонкой, у которой есть Party Boost. Также есть кнопка включения-выключения и Bluetooth коннекта. А также прикольный вот такой вот шнурок. Что касается звука, друзья, сейчас мы ее, конечно, включим. Вы примерно так через экран, через микрофон и все это услышите, как играет. Но мне очень нравится, как она играет. Конечно, не хватает стерео. Хотя раньше колоночки были стерео, было два круглых динамика, сейчас моно. Но производители пошли на такой шаг, чтобы можно было больше басика сделать, да, и сделать больше, собственно, сам излучатель. Несмотря на то, что у нее нет твиттера, она как-то умудряется и высокие частоты неплохо четко отыгрывать. И в целом у нее такой очень резкий, очень детализированный, я бы сказал, как для Bluetooth колонки, приятный звук с большим количеством низких частот, это понятно, с умеренной срединой и с неплохими, не цыкающими, не орущими верхами. В целом характер звучания примерно понятный, JBL-овский для тех, кто слышал, возможно. Ну, жаль, конечно, что нельзя подстраивать опять же эквалайзер, однако в целом мне нравится, как звучит эта колонка. Если у вас есть возможность в 2023 году ее выхватить по какой-то скидке, то это будет отличный вариант. И по звуку, и по автономности, и по соотношению звук, автономность, размер, водонепроницаемость, все в целом. Если, конечно, покупать ее прям по ритейлу, сколько она сейчас там стоит, 4500 гривен, ну, это такое себе решение, если честно, можно там чуть подкопить, к примеру, и взять уже флипку шестую и так далее. Но в целом актуальности она не утратила ни на грамм. Ну что, друзья, погнали послушаем. I'm